дорогие друзья, я приветствую вас на музыкально-познавательном телеканале «Хорошего настроения» на Юмор Бокс. Сегодня среда, 13:00 по Москве, это значит, вы уже знаете, это значит в прямом эфире программа «Маленькая пятница». Сегодня мы вещаем из этой прекрасной обновленной студии, что не может не радовать, на улице солнца, сплошной позитив, и я уверена, посмотрев наш эфир, хорошего настроения у вас только прибавится. Как всегда, впереди интересное общение с приглашенным гостем. Ваши звонки в прямом эфире, наша постоянная рубрика про кино, а также самые популярные, яркие, красивые клипы, современная качественная музыка отечественного производства ждет вас на протяжении моего сегодняшнего эфира, который будет длиться полтора часа, но я уверена, время пролетит незаметно. Не буду затягивать, прямо сейчас для вас поставлю музыкальное яркое видео, а после него в моей студии появится моя сегодняшняя гостья, которая запремьерит свой долгожданный клип, который, открою вам небольшой секрет, принес долгожданное жаркое теплое лето в Москву. В общем, смотрим клип и начинаем общение, не переключайтесь. Друзья, да, вот так вот в непринужденной, хорошей, доброй обстановке я хочу вам представить ее. В гостях у меня сегодня потрясающая певица, музыкант, телеведущий, режиссер, а также по совместительству моя любимая подруга Даяна Брюд, которая пришла к нам не с пустыми руками. Конечно же, она не могла не запремьерить свой долгожданный летний клип на любимом телеканале Юмор Бокс. Совсем недавно Яночка была на Russian Music Box, теперь очередь дошла и до юмора, чему мы очень рады. Приветствую тебя, моя хорошая, еще раз в этой студии, в обновленной нашей яркой, светлой, жаркой студии. Кстати, друзья, делитесь впечатлениями, как вам новый формат юмора, как вам наша новая студия, звоните, будет очень интересно услышать ваше мнение по телефону, который Яночка напомнит. 8-495-276-2949. Здоровенькие булы, ждем всех! Яночка, сегодня ты не гостья, ты здесь родной, любимый человек, поэтому ведем с тобой эфир вместе, обкатываем новый формат, да, кто да, знает, да, тот поймет, но вначале, конечно же, об этом прекрасном инфоповоде, который мы все очень ждали, о твоем потрясающем, друзья, кто еще не видел, подождите 10 минут, вы должны это увидеть, потрясающем клипе. Вот знаешь, первое впечатление, когда его смотришь, да, понимаешь, расскажи, что ты ощутила, когда ты увидела что клип. Лето пришло, друзья, что вот такой глоток свежего воздуха, такой глоток тепла, позитива, яркости, жаркости, жгучести, которую мы так ждем, которой нам так не хватает пока, но сегодня клип вышел в понедельник. Вчера состоялась премьера в социальных сетях, в Ютубе, и сегодня, друзья, свершилось, о чудо! Пришло долгожданное лето в Москву, а также, я надеюсь, во многие регионы нашей потрясающей страны, и все это, друзья, вы думаете, почему? Потому благодаря что... Даяне Брюд и потрясающей... Метеоролог Даяна Брюд обещала в понедельник, что будет потепление, и вот смотрите, не прошло и полгода, вот один денек, и сегодня уже тепло. Сегодня уже за 20, солнце, жара, и совсем скоро вы увидите это потрясающее видео на песню «Самба на песке». Машуль, ну я бы, знаешь, хотела сказать по поводу погоды. Это как маятник, она нас всех раскачала. Просто куда ни плюнь, куда ни посмотри, у всех погода, погода плохая. Ребят, ну что такое лето? Все зеленое, классное. Мы живем, радуемся. Это, знаете, вот идет собака, она на тебя гавкает, и ты злишься на нее. Хватит гавкать, а можно просто пройти мимо и не заметить. Друзья, давайте не будем раскачиваться погодой, этим маятником, просто будем жить и радоваться сегодняшнему дню. Какая разница, какая погода? Погода в доме, погода внутри нас. Вот этого я вам всем желаю. Да, друзья, давайте все вместе проведем это лето под ритмы самбы, потому что прямо сейчас очень скоро клип «Самба на песке» от моей потрясающей Даяны Брюд, от моей гости, подруги, просто замечательной девушки, певицы, музыканты, телеведущий, достоинства ее могу перечислять бесконечно, ну а сейчас вернемся к клипу. Яночка, расскажи все-таки идею, как решили снимать в жарком, ярком, уникальном Дубае, и вообще какие-то интересные моменты со съемок можешь ли поведать нам? Что-то еще, что не рассказывала, быть может, пока никому? Ну да, я не рассказывала о том, что, конечно же, все это было проплачено шейхом из Дубая, он закрыл парус Бурдж-Аль-Араб, этот Друзья, прекрасный отель. Друзья, эксклюзив пошел, эксклюзивчик. Он закрыл этот отель, мы там все сняли, и, в общем-то, получилось живенько и со вкусом. А че нет? Ну это так, ну если это
как это сказать, помечтать. Хайпануть. Хайпануть, да, хайпанем немножечко. Для хайпа, наверное, такая история была бы более актуальна, но все было иначе. Хотя, думайте, как хотите. Клип снимали в Дубае. В Дубае. Меня позвала туда подруга, я уже об этом говорила. Моя близкая Яночка, тебе привет. Большое спасибо, потому что если бы не ты, эта идея бы у нас в головах не возникла. И ко мне прилетел туда оператор, мой любимый Максим Цветков, Rec Art Frame, это его организация, которая занимается съемками клипа и не только, рекламы и всем остальным, так что кому требуется какая-то там фотосессия или, может быть, что делать, love story, все к нему. Пока он еще не очень пока он еще не занят четвертым клипом Даяны, который вот-вот уже начнется в разработке. Ян, ну давай все-таки про «Самбу на песке». Песня очень такая, знаешь, яркая, как и все, что связано с тобой. Ты у нас девушка яркая, жаркая. Песня «Самбу на песке». Давай откроем небольшую завесу тайны. Я знаю, но мы можем поделиться с нашими телезрителями, мы всегда с ними откровенны, что изначально ты планировала другую концепцию. Ты хотела сделать это танцевальное видео Да, было дело. Представляешь, я уже об этом забыла. А я напомню. Но Маша все помнит. Молодец, Мария. Да, я хотела здесь это сделать. У меня, в общем, была разработка сценария к другому клипу. Называется «Накануне весны». Это лирика. Но так как мы не успели немножко по срокам, то все переигралось, и вот образовалась новая идея, которая спонтанно пришла нам в голову, и мы решили сделать клип на «Самбу на песке». Да, я думала сделать это танцевальное, с огромным количеством людей, потанцовки, но на самом деле сейчас я рада тому, что получилось на данный момент. Потому что эта песня, так скажем, была любовь, да, был какой-то курортный роман, потом этот курортный роман испарился, и я вспоминаю об этом курортном романе. Но где-то есть такие кадры, как будто бы я смотрю в лицо своему человеку, в которого я была влюблена, пока была в отпуске. Смотри, вначале... Мне кажется, всем такая идея близка. Очень часто люди, наверное, влюблялись, и у них были курортные романы. Вначале была песня, правильно? Конечно. Как пришла к тебе эта песня? Расскажи вначале. Сергей Павлович Бокзе, вам привет, большое спасибо, огромная благодарность за ваш талант. Сергей Павлович Бокзе. Это потрясающий человек. Человек, который написал. Автор музыки. Его жена Эльмира Бокзе написала текст к этой песне. Люди взрослые, так скажем, с опытом. Со вкусом. И эта песня, да, писалась не просто так вот с кондачка, там, на двух нотах. Ну, люди действительно что-то пережили и решили это воплотить, вот этот опыт в песню, сублимировать, или как это правильно сказать. И вот родилась вот эта песня. Я ее услышала, у меня были мурашки, когда я первый раз, мне вот Сергей Павлович наиграл на клавиши эту песню. Для меня было так интересно. Куплет один, припев совершенно другой, и вот такой текст, он тебя цепляет, завораживает, и как-то я люблю песни, которые тебя отправляют куда-то, во что-то бессознательное, такая связь с космосом, и ты сразу начинаешь думать, смогла бы я ее исполнить, что бы я сделала тут, как бы я спела тут, и вот эти вот все ритмы близко мне вот это вот все, самба, румба, чача, видимо, в прошлой жизни я была где-нибудь там, жила, танцовщицей, да. Яночка, то есть песня тебе понравилась, ты сказала «беру», а песню приобрела, дальше стала думать, как эту песню аранжировать. Аранжировку сделала у меня потрясающая студия «Салам», вам тоже огромный привет сегодня. Буду друзья, замечу, отправлять... у нас не рекламный эфир, у нас он благодарственный. Я просто я не умею аранжировать, я не умею писать, поэтому вся моя благодарность уходит людям, которые это сделали. Обычно авторы, они ничего не получают, получают только исполнители, потому что они светят своим лицом. Я чуть-чуть хотела бы сделать наоборот, потому что я иду от песни, от противного, и иду от аранжировки, и я это пытаюсь исполнить, да. Как у меня это получается, ну, судить вам. Надеюсь на ваши комментарии, и надеюсь, они будут какие-то конструктивные. Даже если это будет негатив,
но негатив будет конструктивный, потому что ругать мы все умеем. Ты знаешь, судя по опыту в социальных сетях, я посмотрела, готовлюсь к эфиру, комментарии люди пишут восторженные, Маша, друзья. Тебе а все друзья Яны, очень многие селебрити сделали репост этого видео. Да. И вот, набирают... ребята, вам большое спасибо, кто сделал репост, кто откликнулся. Гриша Юрченко, Катя Данилова, много могу перечислять, забуду кого-то. Всем огромное спасибо, кто сделал репост. Это для меня очень важно. Вы знаете, как Мария, я давно... Мария, сделала, но это так, ну, Машка, тебе, у тебя на самом деле там зашкаливает количество просмотров и комментариев. Все комментарии настолько приятные. Не буду говорить, заходите, просто смотрите, но спасибо. Но основное видео находится на YouTube. Да, я его залила пару дней назад. И если вы потерялись в YouTube, вы можете просто зайти к Яне в Instagram, и в шапке профиля есть ссылка на просмотр полной версии клипа. Яночка, кстати, твой Instagram? Мой Instagram Даяна Брют английскими буквами, это Instagram, а Facebook Даяна Брют русскими буквами, я пользуюсь и той сетью очень часто. Смотри, про песню поговорили, авторов, кто помог сделать аранжировку. Да, вот аранжировка студии Салам, они сделали невероятную аранжировку, мы записали туда живые дудки, живые саксофоны, то есть там все сделано со вкусом и ну, талантливо. Очень талантливо. Это студия, где пишется... Леонид Агутин. И я поэтому люблю очень Агутина, люблю его песни, и у него тоже все такое самбо-румбо-чачевское. Я даже не буду спрашивать, с кем бы ты мечтала записать дуэт, потому что ты уже отвечал на этот вопрос моей коллеги. Во-вторых, я знала этот ответ еще до, поэтому Агутин, Леонид Агутин, да, это и кумир, и наставник, и учитель, и мечта в совместной работе. Мечта в совместной работе, наставник, но это пока только так. Ну, наставник в том плане, что ты учишься, во многом училась на его песнях. Я люблю его песни, они меня трогают. Не то чтобы я училась, но я люблю его песни. Но я его не повторяла, мне немножко другое все. Яночка, и все-таки семимильными шагами после всего этого организационного процесса с появлением этой шикарной песни в твоей жизни, ты подошла к съемкам клипа. Подруга приглашает в Дубай, ты летишь, прилетает твоя команда, и происходит магия, друзья. Происходит то, что вы увидите совсем скоро. Но еще пару вопросов я хочу вытащить у Яны, чтобы картинка у вас сложилась полная, Маш, и объемная. Можно я скажу? Конечно. Очень приятно было получить от тебя. Ты мне писала, что это шедевр. Это сочно, это лучшее, что ты делаешь. Друзья, но вы сейчас сами все увидите. И... Я же критик в душе. И я... Еще какой! Я не уверенный в себе человек, я не считаю, что это плохо, это замечательно, когда мы в себе сомневаемся. Мы должны сомневаться для того, чтобы расти. Поймать корону – это очень быстро и легко, а вот остаться и пройти эти медные трубы – это тяжело. И когда тебе еще делают комплименты, я все равно смотрю, вижу какие-то недостатки, пытаюсь их доработать, но получилось действительно сочно и, главное, что легко и естественно. Я люблю природу, я не люблю замкнутое пространство и студийные съемки, но они для меня не живы, а это все-таки самбо, это должно было происходить на открытом воздухе, на теплом пляже. Это экзотическое. В экзотике. Море. Да, да, это все должно было так происходить. И я должна была быть там естественной. Я вообще люблю себя естественной. Я сижу с монтажером, монтирую тоже клип. Он говорит, как ты себя видишь, я тебя вижу по-другому. Поэтому давай приезжай. И вот мы сидели 12 часов с ним, монтировали, выбирали лучшие кадры из огромного объема материала. Потому что наснимали мы там за 5 дней, ого-го, сколько. И я выбрала лучшие кадры, и надеюсь, вот они как-то зацепят, вот просто естественные, где я гуляю, пою, расслабляюсь и живу, так скажем, в кадре, а не играю что-либо. Друзья, если кто-либо из вас еще не был в потрясающем месте, в райском, жарком Дубае, то, посмотрев клип Даяны Брют, вы просто ощутите магию этого места, ощутите магию моей сегодняшней гости, песни, музыки, колорита. Ты знаешь, я всегда тебе говорила, что ты у меня остаешься с Джей Ло. И вот этот клип, он в ее манере, где красивая женщина, потрясающая фигура, пластика, музыка, все это сливается воедино. И самое главное, какая картинка, друзья. Давайте я не буду вас томить в ожидании, вы сейчас сами все увидите и сами все поймете. Прямо сейчас на телеканале Юмор Бокс долгожданная яркая премьера этого лета. Клип Даяны Брют. Самба на песке. Смотрим. Экзотическое море.
Пусть мне кажется порою, что и ты приснился мне. А я сейчас как модно так. Ча-ча-ча. Ну, друзья, вы видели все сами, это просто ярко, сочно, жарко, вот просто ощущаешь лето, ощущаешь вот это тепло, этот бриз, шум моря, даже я чувствую запах соли на губах. Дубай. Друзья, знаешь, хочется сказать, райский Дубай, королева тысячи одной ночи. Ты же тоже любишь Дубай, я люблю Дубай. Друзья, открою вам небольшую тайну, я фрагментарно присутствовала на съемках клипа, видела, как это все действительно было профессионально, четко, ярко, как Яна готовилась, как она разучивала какие-то движения, но в принципе пластика у тебя абсолютно присуща, вот мне кажется, с рождения все вот это в тебе есть. Надо работать. Но работы было вложено очень много в этот клип, много образов, и я тебя поздравляю, Яна. Спасибо. Ну, действительно, я могу сказать, что... Но образы сама все придумывала, сама себя мейкапила. Поэтому делала все в этом плане сама, подбирала на все цацки. Руки мастер. Да, я выезжала, я целую неделю думала, подбирала себе нужные образы, чтобы сережки сочетались, так как это арабское, чтобы это отдавало вот арабским чем-то, так же эти перья, какие-то кольца. Ты знаешь, третий клип, но вот с каждым новым клипом ощущается такой рост. Я безумно люблю песню «В небо», и этот очень осенний, также, знаешь, романтичный лирик, как сейчас модно говорит, лирик-видео. Но ты знаешь, вот после «Неба» и «Самба на песке» это такой глобальный скачок. Выросла и ты, выросла и команда, с которой ты работаешь. Само место, конечно, но ты знаешь, место можно передать по-разному. Вот вы передали в соответствии с культурой, в соответствии с колоритом, в соответствии с песней, то есть сошлось все. И самое главное, сошли звезды в том плане, что эта песня о райском отдыхе и получилось снять вот так вот, знаешь, незапланированно на райском отдыхе действительно в шикарном, потрясающем месте. Расскажи, пожалуйста, вот эту историю, она действительно очень многих интересует. Насколько я знаю, что Бурдж-Аль-Араб это действительно один из самых роскошных отелей мира. Этот парус, кстати, слово парус также есть в тексте песни. Как получилось все-таки зайти туда? Потому что я знаю, что там достаточно строгие секьюрити. Как тебе удалось с ними договориться? И все-таки были кадры из самого отеля. Ну, мы разговаривали о том, что связи решают. Ну, по связям мы договорились. То есть все по... На самом деле там не так все строго. У нас был фотоаппарат. Мы же снимали на фотоаппарат со стабилизатором. У нас не была какая-то огромная камера. Все было четко, и ну, там не так много кадров, мы много наснимали в самом парусе, но попало в клип не так много кадров. А что тебя больше всего потрясло на этих съемках? Вот виды, песня, вообще ощущение себя. Какой вывод ты сделала, вот, проделав эту громадную работу и получив вот этот шикарный результат на выходе? Все было очень четко. Но было мало времени. Я скажу, чем больше снимаешь, тем понимаешь, что можно было еще столько всего интересного там заснять. Там же такие великолепные вот эти поющие фонтаны, которые не попали в кадр. Ну, ты знаешь, уже был бы, мне кажется, может быть, в чем-то перебор, потому что настолько яркие картинки. Бассейн, отель, машины, море, пляж дневной, пляж ночной, пальмы, потом много колоннада, образов. Где ты ходишь, уже было бы слишком много ряби. Мне кажется, вот это сейчас золотая сердцевина, которую вы нашли, она идеальна для этого клипа. И опять-таки я говорю, что вот мое личное сравнение с Джей Ло, если мы всегда сравниваем с западными аналогами, то вот мне не стыдно было бы показать это видео как твоему личному пресс-агенту, самой, так сказать, госпожа Дженнифер. Нет, действительно, видео очень классное. Но я также знаю, что ты такой человек, который очень любишь заниматься самоедством в какой-то степени. Вот скажи, тогда сейчас вот уже, знаешь, больше искренности, вот закончим вот эту хвалебную пафосную тему, потому что все и так поняли, что клип потрясающий. Он будет ротироваться на телеканале Russian Music Box, на телеканале Music Box и на телеканале Humor Box все это лето. С чем я тебя поздравляю. Спасибо. Скажи, вот ты для себя провела какую-то работу над ошибками и учла, может быть, то, что, может быть, не получилось, чтобы в четвертом клипе уже это сделать? Или все-таки было все как по маслу?
Все было хорошо, все было отлично, не могу ни к чему придраться, мы даже Если Даяна Брют не может ни к чему придраться, это действительно работа просто. Мы сделали больше, чем могли сделать, реально, потому что я отдыхала чуть-чуть, а работала больше, но я все равно кайфую от того, что я успела и отдохнуть в том числе. И я сделала вывод огромный, что классно ездить в отпуск, не заморачиваться на фотографиях и видео в Инстаграм или просто обычное видео, а просто лететь, отдыхать и снимать видео, которое останется на всю жизнь. Да, когда-то своим внукам ты будешь показывать это яркое, жаркое видео из Дубая, они будут говорить: бабуль, а ты у нас, ого-го, какая! Слушай, Маш, да, уже так думаем мы об этом, да, что нам в старости, что от нас останется. Но не будем сейчас об этом, надо на юморе, вот будь на юморе, надо быть на юморе. Да, но съемки, естественно, проходили в позитивной юморной обстановке. Были какие-то курьезы во время съемок? Вот какие-то там, не знаю, охранники, смешные ситуации, кто-то мешал? Знаешь, была не смешная ситуация и абсолютно не курьез. Ну, я не знаю, можно об этом вообще говорить? Я же полетела туда, у меня глаз был красный, помнишь? Друзья, да, это абсолютно не курьез. Его было скрывать как-то, я думаю, что у нас получилось. Ну, подразумевает съемка на пляже, очки солнечные и все прочее, поэтому пришлось удачно это скрыть. Яночка, ну сейчас глаз не красный, глаз потрясающий, того цвета, который он должен быть. Mm-hmm. Клип шикарный, поэтому, друзья, все получилось. Все это прекрасное лето. Смотрите в ротации музыкальных телеканалов клип Даяны Брют «Самба на песке» и танцуйте самбу вместе с нами. Ян, ну будь я не я, если бы я не спросила у тебя и не попыталась вытянуть какой-то эксклюзивчик. Ты знаю, уже вытянула эксклюзивчик про глазик, я об этом никому не говорила. Мы всегда честны и откровенны. Сейчас все будут разглядывать. Вчера была Елена Бушина у меня в гостях и говорила, насколько люди любят придираться и писать нелицеприятные комментарии. Говорит, что берут фотографию, разглядывают ее настолько нюансно. Настолько пиксели там, да, уже, да? Пожалуйста, разглядывайте мой клип, разглядывайте каждый кадр, друзья, ищите. Может быть, вы найдете этот красный глаз где-нибудь, не затонированный, не зацветокорректированный. Яночка, вот, кстати, про социальные сети не могу тебя не спросить. Многие писали, почему нет в кадре мужчины, то есть вот как бы история. То есть ты это как бы сегодня ответила на вопрос... Мужчина был за кадром. Был в мыслях. Не, ну он был за кадром, я на него смотрела за кадром, просто он не хотел появляться в кадре. А так как там получается такой не хэппи-энд, но мы любим все хэппи-энды, ну это просто как песня воспоминания. Когда был роман, я хожу по тем же пляжам, но романа уже нет. Может быть, я приехала, у кого как, может быть, я приехала на следующий год и вспоминаю уже об этом романе, который у меня был на этом пляже. Вы сами, песня, творчество, оно хорошо тем, что каждый его воспринимает и домысливает свою картинку. Поэтому домысливайте так, как вы это видите. А будут клипы, будут... Я сейчас, зачем мне пиарить дядю, если я хочу пропиарить себя? Мне не нужен дядя, я, в принципе, пока могу полноценно справиться с этой задачей сама. Естественно и без напрягов. Потом, конечно же, рост должен быть. Ну вот, конечно. Сразу выпустила бы я бы такую бомбу, 50 человек у меня под танцовки. И что, куда дальше? Мне есть куда расти, у меня следующий клип будет «Прогулка». О чем? Прогулка, там я тоже одна, там не подразумеваются, там могут быть люди, которые просто, которых я встречаю на улице, но там такая тема, что я одна брожу по улицам, я вижу люди, я вижу на лавочках много целующихся людей, парами и так далее, а вот потом уже будет подтанцовка, у меня есть замечательный мальчик, с которым я занимаюсь, который танцор, может быть, он мне поможет, и мы найдем танцовщиков, которые смогут дополнить следующие мои клипы, поэтому все впереди. Яночка, а нет ли у тебя такой мысли или желания сделать некий флешмоб? Вот знаешь, вот каждый человек, может быть, всегда мечтает принять участие в каком-то творчестве, да, в видеоклипе. Не у каждого есть такая возможность. Супер. Почему идея. Бы тебе не запустить какую-то акцию вот в преддверии твоего 4-го клипа, чтобы все желающие писали тебе в социальной сети, кто хочет, и они могли как-то принять вот участие, раз ты говоришь, прогулка, случайные прохожие. То есть нужны люди, а
обычные, вот такие же, там, знаешь, как мы с тобой. Вот, например, я буду писать и да, проситься. Хорошо. А почему нет? Давай замутим, как говорится, что-нибудь такое. Я очень за, классная идея, я открыта для любых предложений. Ребят, меня очень легко найти, я всем отвечаю. Всем всегда говорю спасибо, поэтому пишите, и мы будем работать. Может быть, у вас есть какие-то сценарные планы интересные. Мы обязательно все будем прорабатывать. Если вам нравятся мои песни и вам нравлюсь я, то почему бы нам не посотрудничать? Конечно. Яночка, ну, в общем, да, знаешь, какими-то супер-мега-звездами даже голливудского масштаба уже в клипах никого не удивить. Да. А вот когда простые люди сегодня сидят на диване, а завтра снимают у тебя в клипе и послезавтра уже появляются в телевизоре, вот это приятно. Угу. Поэтому давай что-нибудь такое сделаем. Ловлю тебя на слове на нашем любимом телеканале. Друзья, будем исполнять. Песен много. Впереди наверняка будет съемка на песню «Рок-н-ролл». А рок-н-ролл, как известно, жив всегда и будет жить. Это вечное. Что самбо, что рок-н-ролл. Вот на рок-н-ролл там нужна массовость, там нужен драйв, там нужны танцы, там нужна тоже открытая какая-то площадка. Песня такая кочевая, могу напеть кусочек. Давай. Ты вчера на танцклуб со мной не пошел, не умею танцевать, я рок-н-ролл. Он для меня словно тяжкий рок, но кто же даст мне первый танцевальный урок? Буду я плясать без отдыха 3 дня, чтобы вновь снова ты любил меня. Пока никого нет дома, под грохот магнитофона, учу старый рок-н-ролл и пляшу стены и пол. Вдали от взглядов людей танцую с тенью своей. Такая песня. Вау, друзья, вот я не могла усидеть, конечно, камера снимала крупно Даяну, но я тут также потанцевала. Я на подщелкивании сегодня. Действительно ярко, интересно и, самое главное, не похоже ни на кого другого. Об этом поговорим сразу после того, как посмотрим очередное музыкальное лирик-видео Даяна Брют «В небо». Друзья, это прямой эфир программы «Маленькая пятница в среду». Мы на телеканале «Хорошего настроения» на Юморбокс. У нас в гостях Даяна Брют, которая сегодня запремьерила свое долгожданное летнее видео на песню «Самбо на песке». Уже на всех музыкальных телеканалах в ротации. Смотрите, слушайте и пойте вместе с нами. Яночка, хотела тебя спросить, любишь ли ты кино так, как люблю его я? Я люблю кино хорошее, люблю советское, много что смотрела, обожаю сериалы, были у меня времена, когда я все сезоны «Остаться в живых», «Побег из тюрьмы», «Отчаянные домохозяйки» все просмотрела, но сейчас все советуют, я начала смотреть, называется «Папа, папа». Про папу. Никто там не помнит, кто вспомнит. В общем, про папу Римского. Очень хороший сериал, все советуют посмотреть, и я вам советую. Скажи, тогда проведи хронологию. Грибы и кино. Рубрика «Кинолента». Да, друзья, прямо сейчас стартует наша постоянная рубрика «В среду кинолента». А при чем здесь грибы, при том, что сегодняшний потрясающий, вкусный, полезный букет от наших постоянных партнеров компании «Легко дарить» у меня в руках, и мы подарим его первому дозвонившемуся телезрителю, который позвонит к нам в студию и угадает название фильма, который мы прямо сейчас вам покажем. Друзья, кинолента стартует прямо сейчас на телеканале «Юморбокс». Смотрим и угадываем фильм. И даст ли нынешним поклонникам в обиду она старинного раба? Не вытерпел, зажгло серетевое. Ну, не ударься в грязь лицом. Намеки колки со всех сторон преследуют меня. Я шалок им смеш.
Друзья, в общем, если вам хочется картошечки с грибами, вкусной, полезной, настоящей, то прямо сейчас записывайте телефон прямого эфира 276-29-49, код Москвы 495. И скорее дозванивайтесь к нам в студию, правильно называйте название кинофильма, который вы только что увидели, три фрагмента из него. И тогда первому дозвонившемуся телезрителю я вместе с Даяной с удовольствием вручим этот потрясающий, вкусный, полезный, настоящий букет от наших постоянных дорогих партнеров компании «Легко дарить». Это уникальная компания, которая дарит вот эти непохожие ни на что настоящие, живые, полезные букеты, а самое главное, очень вкусные. Любое блюдо, которое вы захотите, вы можете преподнести в виде подарка такого потрясающего букета. Звоните, и мы с удовольствием вам его вручим. Это оригинальненько очень. Конечно, знаешь, ты представляешь, какой это оригинальный подарок. Я люблю оригинальность, да, и вот этот букет, я так полагаю, что здесь должен быть еще рецепт, чтобы конечно, здесь есть рецепт. Это букет, который называется «Картофель с грибами». То есть вы, друзья, ты сама сейчас это придумала. Используя этот потрясающий букет по назначению, вы можете приготовить самую вкусную в мире, но в вашей жизни точно, картошку с грибами. Потому что здесь есть все ингредиенты. Грибы, картофель, лук, укроп, чеснок. В общем, все для вот вкусной. Перчик, прям вот кто любит погорячее. Друзья, я могу сказать, что также есть разного вида наборы на любой вкус, цвет, вообще желание, пожелание. Компания «Легко дарить» воплотит любую вашу мечту в реальности. Самое главное, ваш букет будет самым оригинальным и запоминающимся. Никого уже не удивишь розами. Подарите букет с грибами, и вы удивите всех. Точно. Это была я бы удивилась. Жди на следующее свое мероприятие, я приду с букетом из чеснока. Или чего-то вообще удивительного. В общем, что-нибудь придумаю. Обязательно позвоню компании «Легко дарить», они мне обязательно помогут. Ян, возвращаемся к нашим насущным делам. Красная дорожка. Скажи, пожалуйста, да. Также, посмотрев все твои ближайшие эфиры, готовясь к программе, я услышала, что мечтаешь ты о встрече... С Моргантом. Да, с Иваном Ургантом, об этом мечтает не только Даяна Брют. Иван Андреевич, мы готовы. А также ты будешь... Придем, живем, споем, все сделаем как надо, на высшем уровне. А также я смотрела, что ты бы хотела получить заветную награду за труды, тарелочку, чашечку, баночку, у кого как... Какие награды? Вообще это не самое главное, я хочу просто заниматься тем, что я люблю, и хочу, чтобы приходили люди на концерты, но все-таки хочется, чтобы был фидбэк, хочется. И он обязательно будет. Кстати, друзья, для всех напоминаем, что самое модное музыкальное событие этой осени, 23 сентября, Крокус Сити Холл. Пятая реальная музыкальная премия телеканала Music Box. Это будет ярко, жарко, красиво, горячо. Это будет самое музыкальное, самое потрясающее событие этой осени. Ян, я буду иметь честь видеть тебя на красной дорожке. Вот скажи, сегодня мы можем загадать такое вообще желание и просить наше любимое руководство Наталью Владимировну Полинову, а Русечку осуществить эту мечту. Ты бы хотела пройтись по красной ковровой дорожке? Да, конечно, конечно, хотела бы, да. Хотела бы спеть что-нибудь даже просто под гитару. Да. Да. Также будет очень много припати, премий, так что, друзья, следите за социальными сетями телеканала Russian Music Box, телеканала Music Box, Humor Box. Всю информацию мы сразу будем выкладывать в наши социальные сети, ждать от вас комментариев, активности. Самое главное, покупайте билеты и приходите. Это будет самое яркое, незабываемое, незабываемое музыкальное событие этой осени. Будут все, друзья, все-все-все, и даже потрясающие западные исполнители, которых никогда не было в России, но на нашей премии они обязательно будут. И я надеюсь, на ковровой дорожке я смогу увидеть потрясающую Даяну Брют. Но я знаю, что я буду точно уже исполнять наш хит Russian Music, телеканала Music Box. У нас есть свой, как это правильно назвать, своя... Гимн. Гимн, да, я буду исполнять гимн. А я буду сказать. Стоять вот так. Потому что я же выиграла...
Отучи текст. Я уже выиграла раскрутку, и поэтому я буду... Так вот скромненько сказала Даяна, я вот выиграла раскрутку. Кстати, о раскрутке расскажи тем, кто не знает, вот что это за проект. Вот кто не понял, вначале у меня есть видео, это из предыдущего клипа, как раз из программы «Раскрутка» в «Самбе на песке». Там есть кусочек, это как некая предыстория. Как раз моя подружка, которой я улетела в Дубай, она мне присылает это видео, где очень эмоционально радуется за меня. Спасибо большое, это все очень чувствуется. И мы решили вот эти эмоции живые приклеить как историю изначально в клип, в «Самбу на песке». И вот как раз получилось так вот чуть-чуть живенько, как две такие истории. То есть «Раскрутка» — это проект телеканала Russian Music Box, в котором ты победила, и твой клип попал в ротацию телеканала. Да. И после этого уже пошел второй, третий и дальнейшие клипы, и у тебя появился огромный стимул. Друзья, это потрясающий проект, в котором принять участие может каждый, поэтому следите также за обновлениями в социальных сетях телеканала Russian Music Box, участвуйте в «Раскрутке», и, быть может, тогда у вас обязательно все сложится, как сложилось у моей сегодняшней гости, потрясающей певицы, музыканта, телеведущей, режиссера. Ну, главное, талантливого, доброго, замечательного человека Даяны Брюд. Сегодня говорим о ней, смотрим ее клипы, так что звоните к нам в студию, задавайте вопросы. 276-29-49, код Москвы, 495. Будем очень рады вас слушать. Ты знаешь, у меня был большой перерыв между первым клипом и вот «В небо». Я очень долго засиделась, и сейчас вот хочу побыстрее это все возобновить и снять на все песни. У меня все песни великолепные, я доверяю своему репертуару, своему вкусу, и хотелось бы, чтобы люди слушали. Может быть, у вас есть какие-то предложения, обязательно пишите мне в соцсети. Яночка, если пишут комплименты в социальных сетях, это всегда приятно любой девочке, молодому человеку, любому человеку, который делает работу, ее оценивают по достоинству. Если пишут гадости, вот как ты к этому относишься? Конструктивной критике, я знаю, ты относишься достойно, а вот если прям пишут непристойности, гадости, блокируешь ли ты таких людей, и как вообще на них реагируешь, на так называемых хейтеров? Ты знаешь, мне не так много пишут, но больнее всего слышать негатив от своих близких людей. Ну, они всегда, наверное, говорят правду. Как говорят, за деревьями не видно леса, то есть со стороны всегда виднее. Я, конечно же, прислушиваюсь, но необоснованное хейтерство я, конечно, блочу. И вот вчера тоже разговаривали с Леной Бушиной о хейтерах, то, что она говорит, что я уже привыкла абстрагироваться от этого, а вот моих родителей и мою семью близкую это цепляет. Меня это цепляет. Я вот буквально вчера тоже зашла к ней на страничку, она выложила видео с нашего прямого эфира, и люди там начали писать, да вот, да что, и я просто решила делать как она и не читать нелицеприятные комментарии. Друзья, мы работаем на телеканале «Хорошего настроения» и желаем вам сохранять это хорошее настроение постоянно, и будьте добрее, тогда все вокруг вас будет потрясающе. У нас звонок в прямом эфире, здравствуйте, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Откуда вы звоните? Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Здравствуйте, Михаил. Я хотел задать вопрос Яне. Да. Яна, подскажите, пожалуйста, а когда ожидать вас ваши гастроли по городам? И странам. Мы же теперь Очень хотелось бы услышать вас вживую, увидеть. Понаслаждаться вашей музыкой и вашим творчеством. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Михаил. Откуда вы звоните к нам? Я звоню из города Покров. Очень здорово. Покров нас смотрит. Огромный вам привет и замечательного настроения, счастья и здоровья вашей семье. Давай отметим, Михаила, столько вопросов. Это мой родной город, Покров, я родилась. Друзья, как говорится, мои родненькие смотрят. Я же не москвичка, да, я живу в Москве 17 лет, но город Покров, спасибо, я помню свои корни, у меня там мои все близкие, мои родные живут в этом городе. Спасибо, что дозвонились, очень приятно. В преддверии моих вопросов, Михаил просто опередил, давай про гастроли, где тебя можно услышать этим летом, рассказывай, явки, пароли, все, давай. Готовлю свой репертуар живыми инструментами со всеми. Сейчас у меня образовался новый коллектив, с которым я доведу до совершенства все свои песни. И планирую,
что, дай бог, в сентябре, а может быть и раньше, мы уже бомбанем. Бомбанем, и, надеюсь, будут и гастроли, и будут концерты, на которые обязательно с удовольствием вас всех позову, в соцсетях наблюдайте. Ближайший концерт, я знаю, будет в этот четверг, то есть завтра, друзья. А сейчас Яночка скажет, где, когда, во сколько, что. Ресторан «Централи» на Кутузовском проспекте. Мы будем готовить пиццу и споем пару песен. Ко мне приедет мой гитарист, и мы исполним пару песен. Поэтому все с детьми, просто по отдельности приходите. Мы с вами проведем трансляцию, приготовим что-нибудь вкусненькое. Я думаю, будет весело, и такая будет непринужденная домашняя атмосфера. Вкусная, да. Обстановка. Может быть, приготовим картошку с грибами? Да, может быть, в 19:30 сбор гостей. Думаю, что в 9:30 мы уже закончим даже пораньше. Но мы с вами поселфимся, поддержим хорошее настроение друг к другу. Вкусная музыка и вкусная еда. Что может быть лучше для счастья? Да. Приходите завтра в пиццерию «Централи» на Кутузовском проспекте. Вас будет ждать Даяна Брюд в 7:30. А вместе с ней музыка, хорошее настроение, пицца и потрясающая фотосессия. Вот умеешь ты все подытожить, вот четко молодец. Спасибо, я старалась. Яночка, скажи, пожалуйста, четвертый клип, это здорово, но вот альбомы, выпуск какого-то ритейла своих видео, вернее, своих музыкального сборника, вообще планируется ли, и хочешь ли, и так далее? Ну, это же не актуально. И я так понимаю, что люди записывают альбомы, там все песни друг на друга похожи, а у меня все песни абсолютно разные. Вот когда придете на мой концерт, вы поймете, что у меня чуть-чуть самбы, чуть-чуть рок-н-ролла, чуть-чуть лирики, чуть-чуть душевной лирики, то это у меня совершенно разноплановые вещи, они абсолютно разные. В этом, наверное, вся я люблю все разное. Мне нравится идти от песни. Я песню слышу, понимаю, что я могу исполнить, как-то пережить, и от этого уже идет плясать дальше. Исполнение. Скажи мне, пожалуйста, тогда конкурсы. Твое отношение. Отлично. Когда мы ждем тебя на «Голосе»? Когда мы будем голосовать? Я заполнила анкету в этом году. Пока звонков не поступило, но я буду стараться и буду пытаться. Сейчас немножечко мне надо встать на ноги, чтобы обо мне услышали, узнали. И, возможно, на «Голос» я смогу уже прийти не просто как Даяна Брюд, неизвестный исполнитель, а могу прийти, как сейчас уже делают Guru Groove Foundation, и петь свои песни на этом конкурсе. Очень крутая тема, потому что голосов хороших много, песен мало, и я смогу прийти и исполнить, например, ту же самбу на песке с оркестром Жилина, с живыми трубами. Это прозвучит просто вот так вот, я в этом уверена. Это будет очень сочно, круто, ярко, и песня замечательная, поэтому всем слушать. Мы тебя очень будем ждать на «Голосе», потому что все-таки это главный вокальный проект нашей страны. И мне кажется, ты должна там внести просто свою лепту. Да. Я очень этого тебе желаю. У меня были некоторые неудачи, поэтому я боялась конкурсов. Но сейчас я немножко начинаю от этих неудач оправляться. В меня начинают верить и друзья, и родители. И поэтому я уже так раскрываю свои крылышки немножко. Сейчас чуть-чуть еще побольше опыта, практики, и все будет круто. Надеюсь, вы увидите меня в «Голосе». В новом сезоне. Я к этому иду, да. Друзья, прямо сейчас звонок в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем, и мы вам очень-очень рады. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните. Здравствуйте, я звоню с Москвы, меня зовут Светлана. Я бы хотела задать вопрос Даяне. Да, прежде всего пожелать Даяне всего самого хорошего в творчестве. Спасибо. И всегда, чтобы ее окружали только самые хорошие, надежные люди. Спасибо. Скажите, пожалуйста, что для вас юмор в жизни вашей и как он вам помогает? Спасибо. Спасибо. Хорошего вам дня. Пусть юмор с вами всегда будет по жизни. Юмор – это телеканал, на котором я работаю. Юмор – это где я стартанула. Спасибо большое людям, которые в меня поверили. Я стала ведущей, которая крутит мои клипы. Вы не представляете, как долго я к этому шла. Это для меня очень важно и очень круто, что вы мне поверили. Я буду очень стараться и не подведу вас. Юмор – это то, без чего мы в жизни жить не можем. Это то, что нас расслабляет. Это
что-то несерьезное, потому что мы не должны к себе серьезно относиться, мы должны всегда отшучиваться. Я серьезный человек, я пытаюсь на этом канале в себе разжечь вот этот вот юмор, эту искру юмора, чтобы не замыкаться, не копаться в себе, а просто отшутиться вовремя. Как говорят, после драки кулаками не машут. Вот не махать потом кулаками и не думать, почему же я не ответила или почему же меня обидели. А когда ты отшутишься, тебя никто не обижает, ты выглядишь просто на ура. Юмор — это самая классная, великолепная вещь на свете. Обязательно шутите, юморите, я этому пока что учусь. Но у меня папа такой достаточно юморной человек, поэтому у него еще учусь. Юмор — это лучшее, что нам помогает в жизни. Друзья, а я подытожу. От улыбки станет мир светлее. Будь на юморке. Я забыла. Стала блондинками. В общем, будь на юморе, и у тебя все получится. Прямо сейчас Даяна Брит, Мегаполис. Смотрим. Друзья, это программа «Маленькая пятница». Спасибо, что смотрите, спасибо, что звоните. Напоминаю, телефон прямого эфира 276-29-49, код Москвы 495. Сегодня моя гостья Даяна Брит, певица, музыкант, режиссер, телеведущая. Общаемся с ней о музыке, творчестве, мечте и вдохновении. Звоните, рада вас слышать всегда. Яночка, вот посмотрели твой первый клип «Мегаполис», как раз сегодня ты говорила, что между первым и вторым клипом прошло достаточно много времени. Вот скажи, как выросла Даяна Брит, если мы сейчас оцениваем клип, который ты сегодня запремьерила, друзья, напоминаю, «Самба на песке» уже в Ютубе, смотрим, слушаем, скачиваем. И вот клип «Мегаполис», да. Это пропасть, это два разных человека, да, твой комментарий. Да, конечно, это земля и небо, да, там я еще маленькая, это моя первая работа, ты что, совершенно все по-другому. Тогда я не присутствовала на монтаже, ребята монтировали сами, но сейчас я понимаю, что очень важно присутствовать на монтаже и выбирать именно то, как ты себя видишь, твои живые куски, как ты себя наблюдаешь. И я так полагаю, что люди со мной согласны, потому что то, что мы выбирали в небо и в самбе, это более живо, нежели чем в первом клипе. Поэтому я и впредь буду следить за монтажом и обязательно на нем присутствовать, это важно. Это важно, друзья. Ну а для нас сейчас самое важное, что уже этим летом наша компания, группа телеканалов Russian Music Box, Music Box, Humor Box, группа Music Box начала работу к 5-й реальной музыкальной премии телеканала Music Box, которая состоится 23 сентября. Это самое яркое музыкальное событие этой осени. Смотрите сами. Пятая реальная премия Music Box уже будет совсем скоро, друзья, 23 сентября, пометьте в вашем календаре эту дату, всем обязательно быть любителем качественной, потрясающей музыки, яркого шоу и потрясающих сюрпризов от нас, нам есть чем вас удивить, нам есть чем вас порадовать. Даяна Брит, я жду тебя на красной ковровой дорожке и надеюсь, мы там увидимся. Да, ты будешь вести, а я пройду как певица Даяна Брит. А Русечка, мы передаем тебе огромные приветы. Это генеральный, главный продюсер премии, пятой реальной премии телеканала Music Box. Наша любимая Руся, которую мы всегда рады видеть, и гостей. И она всегда придет и расскажет о премии. Следите за эфирами. Ян, скажи, пожалуйста, о чем мечтаешь ты сейчас? Уже многое сделано, многое в работе. Какие есть мечты? Ой, Маш, такой вопрос абстрактный. Ну, во-первых, я бы не хотела рассказывать о своих мечтах, потому что лучше сначала сделать, а потом уже об этом сказать. Можно сказать, что я мечтаю об этом, это может, как сказать, не получиться. Поэтому смысл тратить буквы, лучше сделать дело, а потом прийти и сказать, я вот это сделала. Ну, знаешь, почему я вопрос такой задала? Вот если тебе кто-то скажет, твоя мечта нереальна, ты от нее откажешься? Или все равно будешь мечтать и верить? Буду мечтать и верить, да. Вот этот ответ я хотела... всем советую. Вот этот ответ я и хотела услышать от тебя, друзья. Я желаю вам, желаю моей сегодняшней гости Яне, что если когда-либо кто-то вам скажет, что ваша мечта нереальна, не переставайте мечтать и верить в себя. Это не просто красивые лозунги, только вера в себя принесет вам долгожданную победу. Верьте, и у вас обязательно все получится. Ну, еще много работы, конечно. Да, ну и, конечно же, работать, работать и только работать. Трудолюбие и мечта, вот, наверное, секрет успеха. А для того, чтобы хотелось работать, нужно заниматься тем, что вам, к чему душа лежит, и что по призванию вам дано. Ну, от чего вы кайфуете, потому что, ну, как говорят,
устройся на работу, если тебе это нравится, то ты не будешь работать ни одного дня. Поэтому найдите то, что вам нравится, но для этого нужно тоже постараться, чтобы понять, что тебе нужно в этой жизни. Яночка, скажи, пожалуйста, какие исполнители тебе нравятся, кого можно найти в твоем музыкальном плейлисте, mm-hmm. кого ты слушаешь в машине, дома, чтобы отдохнуть или чтобы настроиться? Я люблю радио «Шоколад», я его всегда слушаю, папа подсадил на него, потому что там только иностранная музыка, и есть и новые хиты, и моя любимая Эми Вайнхаус там частенько играет, и Палома Фейв. Это такие женщины, у которых очень интересный тембр голос, такой необычный, и всегда узнаешь, такой прям очень классный. Далее, я меломан, я слушаю все, я любила и рок в детстве, я многие группы знаю, и «Цветы», и Суруханов раньше был в группе «Круг». Я слушаю вообще абсолютно разную музыку, но люблю, выбираю то, что и Земфиру, и Мумитроль, все абсолютно. Люблю джаз, джаз обожаю, выбираю композиции, которые мне нравятся, учу их, пародирую, снимаю, как говорят музыканты, когда учишь песню, называется, ты ее снимаешь. Скажи, я присутствовала один раз при встрече с одним музыкальным продюсером, который говорил, что тебе нужно поменять музыкальное направление, тогда, может быть, будет больше шансов легче раскрутиться и достучаться до аудитории, которая привыкла воспринимать определенного рода музыку, и тебе надо быть как все. Ты же упорно отстаивала свою позицию, чуть ли не до драки. Шутка, друзья, мы же на канале «Хорошее настроение», что ты не собираешься меняться, и вот будешь такой, какая ты есть, и либо любите меня такой, какой я есть, либо не слушайте вообще. Вот смотри, ты изначально обрекаешь себя на определенную группу людей, которые не массовость, а уже более выборочный слушатель, который будет любить твою музыку. Нет, я уже думаю о том, что почему я не могу собирать миллионы, почему мне не могут болеть миллионы. Действительно, я рассуждала очень топорно за каким-то большим и высоким забором, а сейчас я открыта и считаю, что я достойна, почему мои песни не достойны звучать из каждого утюга. Это песни хорошие, и они этого достойны. Эта песня написана не мной, и я хвалю в данный момент не себя, а тех авторов, которые прожили жизнь и написали эти хиты, прожив целую жизнь. Они не написали их вот сегодня, сидя там, знаешь, и каждый день, как некоторым артистам, мы знаем, пишут одну и ту же песню, снимают на одну и ту же песню клипы. Мы таких артистов знаем. Но я верна себе и буду верна себе, и буду доказывать, как говорят, с пеной у рта, то, что вот я такая, и я не готова продаться. Либо бы я уже была под каким-то продюсером, потому что были разные предложения. И мне говорили очень часто, Маш, то, что говорил мне этот человек. И меня это трогает, меня это цепляет. Но не обижает. Но я отстаиваю свою точку зрения. То есть все-таки ты готова меняться или нет? Я готова меняться, я буду меняться. У меня уже есть песни другие, которые более такие, скажем, молодежные, среднетемповые, и интересно их можно сделать прямо на сегодняшний день. Ты знаешь, в то же время есть... Но опять же, в моем ключе, они индивидуальные, они другие. Ты знаешь, есть и другое мнение. Ко мне приходила гость, очень уважаемая певица и вокалистка, и она сказала, что наоборот, вот нашим людям сейчас не хватает какой-то искренности. Очень много вот этого поставленного на поток шоу-биза, который, да, звучит из каждого утюга, как ты выразилась, ротируется на радиостанциях, но не трогает вообще. Песни, может быть, яркие, ярко заходят, под них люди потанцуют. И так же ярко уходят, да, ярко через уходят, месяц, да. Как виден лейтенант. И приходят новые. То есть это никто не помнит, и какой-то яркая, как это, флеш, яркая вспышка. Mm-hmm. И дальше что? А не хватает людям вот того, чего трогает. Mm-hmm. То, чтобы слеза текла невольно, слушая этот mm-hmm. материал. Чтобы хотелось слушать и слушать, как также можно говорить, mm-hmm. на репите. То есть не хватает какой-то искренности и mm-hmm. души. Если она в тебе, в твоем творчестве, как ты считаешь? Я с этим абсолютно согласна, потому что когда Игорь Саруханов писал свои песни, когда Юрий Антонов писал свои песни и пишет до сих пор, дай бог им здоровья, это великие люди. Мы слушаем их песни, и душа у нас внутри трепещет от этих песен. И долго-долго они будут, их будут знать наши внуки. Потому что эти песни, они написаны искренне, они пережиты человеком, который эти строчки писал. А то, что пишется сейчас, это так называемая музыка
как это, вирусная музыка, которая очень ярко заходит и также через месяц ярко уходит. Поэтому мне бы не хотелось так. И я к этому не стремлюсь. Я хочу что-то оставить. И оставить более глубокое и серьезное. Как вот Саруханов, как Юрий Антонов. Вот я что-то, возможно, свои песни, мелодизма не хватает. Вот какой-то такой музыки, не двухнотной, как та-та-та-та-та-та. Все песни сейчас на двух-трех нотах, это не серьезно. А у меня песни там серьезно, там очень много нот, их еще выучить надо, да, поэтому они не ложатся так быстро на слух, как двухнотные песни, которые ты сразу подпеваешь. Два слова, две ноты, и ты один раз послушал, и ты уже поешь. Нет, это немножко другое, друзья, поэтому это не junk food, это не еда из Макдональдса, это чуть-чуть другое. Это высокая кухня и серьезная музыка, которую Даяна Брюд представляет на телеканале «Хорошее настроение». Это надо просто переварить и все, и послушать несколько раз. Это с первого раза тебя не зацепит. Послушайте несколько раз, и вы меня поймете. Я вас уверяю. Яночка, это также об одной из граней твоего таланта – телевидения. Как удается совмещать работу телеведущей и работу музыканта? И кем ты себя определяешь все-таки прежде всего? Я прежде всего музыкант. Много хорошо болтающих людей, но За мной стоит творчество немножко другое. А вообще совмещаю я это все очень легко. Мне нравится и то, и другое. Я развиваюсь и там. Все это так и дополняет. Время есть, на все находится. Но как бы я музыкант, и я за музыку. Я без музыки жить не могу. А на телеканале я работаю, это моя семья. Вторая моя семья. Я здесь провожу очень много времени. Я люблю людей, мы со всеми сработались, с ребятами. И очень обожаю вас, ребята. Мы просто команда. И действительно, кто попадает и приходит к нам, когда я сижу там за пультом, я очень часто слышу от людей: ребят, вам так приятно приходить, вы такие классные, у вас всегда так позитивно и хорошо, как дома. Поэтому вот она лирика, сейчас заплачу я. Это важно, потому что из этого строятся отношения в компании. Илюшечка наш любимый, который там сидит под Друзья, меня. Это не запланированный фидбэк. Он там нам показывает, говорит, что любит, мол, так вот нам поцелуйчики отправляет. Друзья, давайте прямо сейчас на этой лиричной ноте посмотрим очередное музыкальное видео. На этот раз Димы Билана «Лабиринт». Ой, и после этого эту вернемся. Песню, обожаю. Подведем итоги сегодняшнего эфира. Не переключайтесь, самое интересное еще впереди. Друзья, прямой эфир в среду, программа «Маленькая пятница» вместе с нами, Мария Ост, Даяна Брюд. Добро пожаловать тем, кто только что включил свои телеэкраны. Друзья, хотела бы сказать, вот этот замечательный клип Димы Билана, там играет девушка, я ее так хотела позвать к себе на эфир, Надежда Оболенцева, очень она там красиво выглядит, но не может пока она к нам прийти, видите, съемки, то она там, то тут, возможно, когда-нибудь она ко мне придет. Песня это замечательная. Это даже, можно сказать, твоя однокурсница. Я училась с ней в одной группе, да, Надя Оболенцева, вот она снималась, темненькая девушка такая, с интересной внешностью, она училась со мной в МГУ на журфаке в одной группе, да, прекрасная. Да. Так что вот сегодня всех благодарим, зовем и приглашаем. Яночка, хочется услышать твой прогноз на лето, ведь с твоей песни пришло долгожданное тепло, солнце в Москву, чему мы несказанно рады. Скажи, что ты желаешь нашим телезрителям этим летом, что ты желаешь своему слушателю этим летом, и вообще благодарности, привет и поздравления тебе слово. Сегодня благодарностей было очень много, повторяться не люблю и не буду. Хочу всем пожелать хорошего настроения. Не на погоду, пожалуйста, не пеняйте, пеняйте на себя. Отдыхайте, больше гуляйте, катайтесь на велосипедах, проводите время со своими родными, с родственниками. Занимайтесь творчеством, это очень важно для женщин, для мужчин, для всех, для детей. Если вы работаете бухгалтером, то вам обязательно нужно что-то творческое, какие-то танцы, потому что это помогает нам открыться по-другому. Творчество рулит, я вам так скажу. Дальше, слушайте мою музыку, приходите завтра в Чентрале в 19:30, мы там споем, ждите моего нового клипа, заглядывайте в YouTube, сам на песке Даяна Брюд, подписывайтесь на меня в Инстаграме и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Что еще?
Сашенька, Середа, моя подруженька, поздравляю тебя, ты сегодня стала мамой. Друзья, это самое главное, новая жизнь, мы поздравляем от всей души. Родила мальчика прекрасного, я тебя поздравляю, обожаю, люблю, ценю, уважаю. Быстрее тебе прийти в себя, имя пока не знаю, но все прошло благополучно, здорово. До этого еще одна моя подруженька родила. У нас все девочки рожают новые жизни, новых мальчиков. Все это от большой любви. Желаю вам большой любви. Это самое важное в жизни. Любите друг друга. И от любви будут появляться прекрасные дети. Будет больше добра, креатива, позитива. Новое поколение forever, и оно рулит. Друзья, нечего добавить. Даже я, любитель подытоживать, могу лишь сказать, что действительно самое главное – это появление новых прекрасных людей у нас в студии, у нас в мире, на нашей замечательной планете. Мы всегда за мир во всем мире, мы всегда за счастье, любовь, добро и позитив. Смотрите телеканал «Хорошего настроения» каждую пятницу, программу «Маленькую пятницу», а также прямые эфиры во вторник, среду, четверг и в пятницу. Я со своими коллегами всегда делаем все возможное и даже невозможное, чтобы зарядить вас хорошим настроением, энергией, позитивом, радостью и счастьем на все-все-все дни недели. Приходите к нам в гости, пишите нам в социальных сетях, кого бы вы хотели видеть в гостях у нас на прямых эфирах. Мы обязательно прислушаемся ваших пожеланий и пригласим наших дорогих и любимых гостей. А еще смотрите наш новый проект, который мы скоро совсем с Марией Ост. Интрига в конце! Да, у нас уже есть разработки, планы, будем сидеть, дорабатывать. Так что, друзья, новый проект на телеканале Humor Box. Скоро будем обсуждать с нашим руководством. И, возможно, вы увидите нас в новом статусе. В новом формате. Друзья, да. Телеканал Humor Box развивается и желает постоянного развития вам. Будьте на юморе, будьте с хорошим настроением. Каждую пятницу не забывайте смотреть Smile News. Там также мы с Дайаной Брют показываем вам самые интересные, курьезные видео со всего мира. В общем, с радостью провели эти полтора часа с вами. Берегите себя и своих близких. Спасибо за звонки. Будьте счастливы и улыбайтесь всегда. Пока-пока.